прям какие-то шишки подъехали в таком лимузинчике. А, еще пользуются этими длинными лимузинами. А у нас здесь елка. Большая, красивая. Сейчас мы пойдем гулять по красивому молу, а там снежин. Сверкает, блестят. Где там девчушки? Шарики-то блестят, так хочется на фоне них сняться. Красивые! Большие! Прям чувствуется, праздник уже приближается. Подарок большой. Музыка, конечно, играет вовсю, но мы будем быстро, громко говорить. А здесь прям как балерина какая-то, на ножках, на длинных, пальма сделана так красиво. Все фотографируются, делают фотографии. А это начало-то для деток, такой городок сказочный. Девочки по красоте по такой гуляют. Лариса и Наташа. Еще раз обходим, любуемся. Там прям вот такое, как старенькая елочка, так красиво сделана. Там детки. Они очередь стоят, чтобы пройтись по этой сказке. Мы поднимаемся, и как раз будет видно всю красоту. Вот они все красивые. Дедушка Мороз. Все видно. С эскалатора мы спрыгнули. Народу много, сегодня суббота, все активно шагаются.
покупают подарки, отдыхают. Какое интересное платьишко, мне понравилось. Снимает. Тут такой пол страшно даже просвечивает вниз. Ну, боится даже идти. Я не пойду. Снимает. Вот придумали, а, как будто идешь по стеклу. Сейчас мы пойдем в Мэйсис. Вот так шумно. Лариса. А тут видишь какие? Как их назвать? Воздушные шары, да? Ага. Бамбук мои, снимай потом. Ага. А тут какой магазин красивый, нарядный, цветной. Ну, а здесь детская, для собачек, по-моему, это да. В каждый отдел, конечно, заходить некогда. Каждый бутик украшен по-своему. Да, Наташа. Да, Наташа. Ложишься и спишь. Она такая тетенька в туфельках. Да, тетя такая. Мужские комнаты. И морковка у ней вместо мужская носа. Комната. Мужская? Да. Женщины по магазинам, а мужчины в ожидании. В ожидании. Да, оригинально все оформлено. Вот, тоже видите. А уже два. Вот здесь продолжение, воздушные шары снова оформлены. Красиво. Новогодние такой. Новогодние такие огоньки. Мы, наверное, сейчас пойдем в Мэйсис. Посмотрим обувь. Девчонки, да, я уже подушила шинели. Пошли они душиться. Шары тут такие красивые. Вот вечернее платье. Вот Calvin Klein здесь, видите, фасон похожий. Сейчас мы поедем на эскалаторе вниз искать обувь. Парфюмерный отдел. Мы его проходили. Все празднично, нарядно. Нам нужна обувь. Мы будем смотреть обувь. Лежи, у меня такие духи были. Вот обувь. Ой, смотри, какие скидки хорошие. Да. 30-65. Найти тебе что-нибудь? Да, ищи. 37 или 37,5. Покажи всем. Ух ты. Красивые ботиночки, конечно, но они дорогие. Они были 395, а стали 276. Ну, налетай подешевело называется. Налетай подешевело. Давай еще что-нибудь ищи. Мне очень нравятся. Такие мне очень нравятся. Нравятся, да. Вау. Ну невозможно же на них ходить. Такие на Новый год. Нет, дорогая, мне что-нибудь попроще. Давай, сейчас что-нибудь увидим. Давай. Ну, обычно на скидках то, что, как говорится, не в ходу. Нет, что-то да можно нет. Вот такое, но высокое это не высокое. Тебе надо что-то вот такое. Нет, даже и то высоковато. Иванка Трамп, а? И то высоковато. Высоковатый? Сломается? Я сказала вот такой.
Да. Ну, я мечтать-то не вредно, посмотреть-то хочется. Смотри, какие красивые. Да. Вот это вот мое. Твое. Мое, потому твое, куда? Твое. Куда? Вот именно. А вот это вот твое. Такие ботиночки тебе. Да, вообще-то ничего. Высоко? О, смотри, нет, ничего. Смотри, ничего. Какие ботиночки красивые. Да, вот такая колодка и вот такой вот маленький каблук, он бывает меньше, но он очень устойчивый. Хорошие, из-за этого. Да, вот. Лариса. А вот нет моего размера вот таких? Ну, они без вот это, без этого. Нет, наверное, они есть. Вот такие поменьше. Наташа. Вот такие поменьше. Вот такие, я вот такие хочу. Ну, нет, они, наверное, есть. Вот из этой серии. Смотри, небольшой каблук, и они вот на очень широкую ногу. Да, вот это подходит. И Наталья даже на них и не посмотрела. Очень хорошо на ноге они. Вот такие, я вот... Вот такие, ну-ка. Нет, ну Новый год же. Да. Все, я снимаю давай. Обувь. Нет, ну Новый год. Они тоже очень на широкую ногу. Они у них будут лежать в коробке для любого праздника. А ты какие-то большие купила, наверное, эти 39-е. Ну вот любят, а ищем мы туфли ищем. А вот эти? Посмотрите, какие ботиночки шикарненькие, да? Вот эти вот хорошо. Ой, все падает. Вот еще ботиночки. Я-то такие вот люблю. Это все по скидкам. Вот хорошие ботиночки, очень хорошая кожа. Это же страшно, да, вот это? Страшно. Я не знаю, я не люблю такие блестящие. Ты не любишь блестящие? Итак, продолжается поиск обуви для Любы. Вот мне там рядом, ботиночки. Ну куда тебе бордовые-то, куда ты в них? Mm-hmm. Хотя нет, пончи, они к твоей подойдут, кстати. Красивые. Пончи-то да. Хорошие ботиночки. Пончи оденешь, брючка захорошила. Я без пальцев этих, без чулок, наверное, не одену. Хотя размер-то позволяет. По-моему, мы Любочки нашли туфли. Они сделаны из змеи. Люба, подойди поближе, я хочу показать. Еще поближе. Посмотрите, какие суперские туфельки. Кожа, я вам просто передать не могу. Я никогда не видела такой мягкой кожи. Мягкие, туфли. Очень удобные. То есть туфли принимают твою форму, твои косточки. И они вот так вот. Они нарядные, и можно их хоть в пир, хоть в мир. Здесь вот что-то такая вот кожа. Ну, мы сейчас можем другие же здесь попробовать. Да. Нет, тут косточки нет, а они вон там. Да нет, ну, а сколько стоит? Дорого. 89. Тебе не жалко ее денег? Ну, они, по крайней мере, не блестящие, понимаешь? По крайней мере, она их может носить еще, а не лежать в коробке. У тебя какой критерий? Цена или что? Я говорю, если... Нет, если на один раз, то, конечно, не надо покупать дорогие. А если не на один раз, можно купить. Нет, вот здесь каблук купить. Шикарный. И они сели на ногу очень хорошо. Каблук, видишь, какой? Посмотрите, какие туфельки. Я не туфли, ладно. Какие вообще змеиные. Ну, очень просто хорошие туфельки, конечно. Ну, только можешь тебе, например, не надо дорогие. Потому что они потом все твои шишки на ногу. Так вот мы все еще смотрим Любе туфли. Скорее всего, она остановится на змеиной коже. Смотри, как она тебя прессует. Кто я? Правда, удобное дело. Я же была против того, чтобы Люба покупала очень дорогую обувь. Мне как-то жалко ее денег. Но вот эти змеиной кожи заслуживают внимания Любиного. Уже приехали. Хотели снять красоту с лифта, но уже приехали. Все, да, приплыли. Все, выходим мы. 8 часов 15 минут вечера. Пошли искать машину. Да, Наташ? Что? Ведь идем прямо, по-моему, это где-то прямо, было. Прямо идем, да. Прямо вот здесь было, по этому тротуару. А смотри, какие огни-то горят красиво там на паркинг-лот. Там как аллея. Все.